нас вообще пьет. Мы были там месяц, в это время ну, ночью храпел, из-за этого меня начали называть тигром. Перестрелка, это было в декабре месяца, и моего друга ранили в руку. И он говорил после ранения даже: служите, ребята, защищайте Родину. Как выздоровлю, говорил, ну, вернусь. Мы с ними и здесь встречались после ранения, ну, во время отпуска, конечно. Он говорит: да, скоро выздоровлю и вернусь к вам обратно. Самое главное, я говорю, береги себя, чтобы вернулся живой и здоровый. Ради нас, ради семьи, ради детей. Главное, чтобы он себя берег.